Отечественная и зарубежная классика, современная драматургия, мюзиклы и детские спектакли. Репертуар Государственного академического театра способен удивить даже самого искушенного зрителя. 65-й юбилейный сезон обещает стать уникальным. Услышь меня! Услышь меня кто-нибудь! За плечами солиста театра Владимира Кудрявцева опыт в десятки лет. Но перед юбилейным гала-концертом волнуется даже он. Это моя жизнь, я очень люблю это дело. Я посвятил этому делу около 15-20 лет, еще с института. По словам коллег-актера, он один из любимцев публики, но в первую очередь артист старается понравиться матери, которая не пропускает ни одну постановку. Я очень счастлива, что он здесь работает. Вот и играет главные роли. Юбилейный сезон открыла масштабная постановка. Песни, танцы, отрывки из различных пьес и мюзиклов. В двух действиях на протяжении 3 часов артисты демонстрировали зрителю верх мастерства. Я ощущал, зал просто таял. Таял от удовольствия, скажем так. Человек-амфибия, Травиата и летучая мышь. В новом театральном сезоне артисты воплотят в жизнь самые смелые постановки. Это в первую очередь праздник, потому что мы соскучились по сцене. Наконец-то сегодня коллектив вышел на сцену в полном составе и представил себя во всех жанрах. И это только первое выступление в сезоне. Трудно представить, чего же ожидать от именитых актеров дальше. Карнавальные маски, шляпы, короны и усы. На этой импровизированной сцене каждый желающий может почувствовать себя настоящим актером. Как вы наверняка уже успели догадаться, это фотозона. И всего их здесь 3, по одной на каждый этаж. Этим творческие и интерактивные нововведения не ограничиваются. Специально к 65-летию Государственного академического музыкального театра здесь открылась тематическая выставка, которая рассказывает о богатой, насыщенной событиями истории. Здесь представлены костюмы 80-х и 90-х годов, а также старые афиши. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня.